его отправили из Азербайджана. Но дело не в том. Дело в том, что уж если остались принять тех, кого не с нами, мы побратались на крови там. Чудной был такой выбор такой. Такой. У нас район легко, меня и его, противник Бурака, значит. Ну там намешали воды, спирт на Олега Светлана выпили. Вадим Бурака сгорел 8 сентября 1994 года. 83-го года в сентябре. Вместе с Камыском. Камыск еще прожил 10 дней уже в госпитале. Вадим умер. Вот Виктор стал правильно. Они были первыми. И их били. Там непонятно чего было. Но не важно. Песня написана в 82-83 год. Все были живы, здоровы. Потери сказали. Я не знал. Принесли мне кипу листков. Боевые же, я даже никто не заполнял никогда. А там вот пространство, я писал эту песню. Не знал, что там так получится. Вот опять летим мы на задание, режут небо громки лопастей, а внизу земля Афганистана раздыглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистане разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы до Шика. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы до Шика. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. И к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей.